Всем привет! У нас в обзоре сегодня проект, который называется Around. Реклама вокруг одна реклама. И сегодня я хочу поделиться с вами реально крутой и абсолютно перспективным проектом. Это что-то новое и интересное. И именно это предлагает данный проект. Around подготовил интересную платформу, которой нет аналогов. Она работает на системе блокчейн, благодаря чему есть возможность предлагать и реализовывать различные услуги продукции, продвигать рекламу, пост информации. В наше время двигателем прогресса является реклама. Здесь возникает много споров, ведь реклама – инструмент дорогой, расходы колоссальные, и это снижает эффективность рекламы. Вот поэтому Around готов решить данные проблемы в сфере рекламы в интернете. И у вас появятся новые возможности сделать свою рекламу взаимовыгодной и масштабно проинформировать огромную аудиторию. На основе экосистемы будет продвинуто розничное и потребительское использование. Если проще выразиться, то в основу будут включены пользователи, рекламные кампании, разработчики и бренды. Главным плюсом является существенная экономия бюджета рекламодателей, так как целевая ориентация разносторонняя. Основные функции, входящие в платформу, разделились на три части. Рекламная сеть, с помощью нее сможете с легкостью посмотреть на себя со стороны. Социальная сеть – это основная лента с различной полезной информацией и постами. Around Card работает как виртуальная реальность. Для смартфонов разработано приложение, которое можно скачать на Android. Пока все работает в тестовом режиме, простой пользователь временно не сможет им воспользоваться. Все объекты цифрового контента будут в 3D-изображениях. Вам не надо надевать на себя никакого специального оборудования. Чтобы попасть в мир виртуальной реальности, все намного проще, создано для реального человека. Ваше авторское творчество и лично созданный пост никто не сможет у вас украсть. Вся информация хранится и записана на платформе. В мобильном приложении вы управляете функцией поиска. Проще простого, наводя камерой телефона на нужный товар, либо здание, что вас интересует, и приложение покажет вам всю необходимую информацию о местонахождении вблизи вас и рекомендации. И это очень удобно и экономит массу времени. Around выпустит в свет свой собственный реальный токен ARR с возможностью расплачиваться внутри сети. Токен будет работать на базе Ethereum уже не виртуально, а на самом деле реально. Токен выпустит в ограниченном количестве около 3 миллиардов штук, когда ICO будет завершено. Без проблем можно воспользоваться токеном, когда будете приобретать рекламные места, проводить платежи внутри платформы. Стоимость одного токена составляет 0,035 центов. Еще один плюс компании, если же вы приобретаете свыше 10 тысяч долларов, плюсом вам начислят 5% бонусов. На данной задумкой проведена кропотливая работа, и команда проделала много шагов вперед, обходя во многих своих конкурентов. Абсолютные чемпионы, знающие толк в своем деле. Мое мнение о проекте сложилось положительно, и наблюдаю, что у проекта перспектива на большое будущее с многочисленной популярностью и быстрым развитием. Советую присмотреться к данному проекту, так как Around, у него очень хорошие условия для реализации данной идеи. На этом у меня все, друзья. Это был краткий обзор проекта Around. Все необходимые ссылки я оставлю в описании. Всем пока!